Навстречу приключениям. Короче, вручаю ей подарочек тебе. Мы не едем куда-то в никуда. Блин. Все, страхи, опасения, там, а чё, как, а это... Всем доброе утро. Делаем завтрак. У нас сегодня яичница будет. К нам Кристинка в гости приехала. Сейчас я ее позже покажу. Сейчас я быстренько сделаю омлетик Деньке и себе. О, Дэне подарили телефон, Кристине хвастается. Так, вот молочко вот это добавляю. Просто соли чуть-чуть. Такой будет омлетик воздушный. Ну что, к нам приехала наша Кристюшка. Первым делом, да. Наконец-таки доехала. Да, первым делом я приехала утром. Утром приехала, да, время 10:55 утра у тебя, да? Короче, вручаю ей подарочек, тебе перепало тут. В смысле? Да. Ну, я просто думаю, Селина часто мне делает подарки, поэтому немножко неудивительно, что ну просто в таком пакете. Ну давай, давай. Включила актрису, да, она уже все знает на самом деле, все и попалили, и я знала, что она узнает. Все, доставай, и главное, что... Как это называется? Мусороматериально? Хочется, да, ты как хотела, заметила, Лине сказала в видео, твоя любимая фирма... Она что, увидела, ты тогда выложила? Она должна была увидеть, да. Нет, это не на следующем. А, ну может быть нет. Нет, это мусоримать. Да, может быть она еще не видела этого. Блин, я сейчас не смогу померить, я попала под дождь, я мокрая. Нет, она не увидела это видео, я ей написала, я говорю, Лин, ты не против? Кристине так понравилось, говорю, а мне большевато, говорю, может... Я сейчас, наверное, выгляжу очень глупо, да? Я очень рада. Ну, конечно. У меня давно Кельвин Клейн, не его. Давай, короче, померим, мы покажем, как будет на тебя смотреть. Я мокрая, там моросит дождь, я мокрая. Ну, попозже покажем, вставлю потом. Короче, ты счастлива, Кельвин Клейн тебе, твое. Я так рада, от нас с Линой. Спасибо. Что это такое, за праздник у Селены, а праздник у меня? Конечно, все как положено. Спасибо. И не так, наоборот, вот это сзади спинка открытая. А, так? Да. Да. Ага. Спасибо. Вот, Кристинка, смотрите, померила, как шикарно сидит вообще на ней все. И еще под джинсики подходит. Так это я еще в процессе похудения. Это вообще офигенно. Класс. То есть у меня это какая-то, Селена сказала, говорит, на тебе это может быть маечка. Но у каждого роста свои преимущества. Классно вообще, мне нравится. Ну все. Мне тоже. Носи нравится. С удовольствием. Бюстгальтер, который другого цвета. Да, кстати, вообще классно, что лиф носишь и ничего нигде не торчит. Все, и спинка хорошая, отлично, мне нравится. Так, омлетик сделала, сейчас Дынечку накормлю. А Кристинка пришла не с пустыми руками, смотрите, все мочком. Сейчас мы будем делать бутербродики. Дыня, короче, тут оседлал Кристину. Убери. Дыня оседлал Кристину, она возит его из комнаты в комнату. Дынь, ну одной рукой, ну смотри, ну что такое? Вот мы сидим, болтаем с Кристюшкой. А что Кристинка ест, угадайте? Напишите в комментариях. Я бы открыла. Чего? Знаешь, как дешево. Милка вот прогнала Кристинку опять. Что это, глянь, тут у меня уже. Надо почистить, глянь. Так быстро все сюда. Вот на этот диванчик, конечно, быстро какие-то грязюшки собираются. Нужно частенько его чистить постоянно. Как-то, да, слово похоже. И чистку надо. Частенько чистить. Частенько чистить, да, масло масляное, я люблю такое. Вроде бы разные слова. Вроде бы и одинаковые. Скороговорка. Угу. Вкусненько было? Очень. Угадайте, что это было. Напишет, какой разговаривать с закрытым ртом без еды и тра-ля-ля. Чуть-чуть. Тра-ля-ля. Чуть-чуть не считается. Да? Денька прощается с Кристинкой тут. Обнимульки. Так, крестик нолик убежал. Все, я сажусь, продолжаю тут работать. А потом в магазин надо еще сбегать. Ой, крошки мои, я должна была уехать на самом деле по плану в пятницу вечером или край суббота вечер. Вот. Но я задерживаюсь здесь на выходные, потому что я просто ни хрена не успеваю. Ну просто, ну как вот вообще? Я не могу оставить какие-то незаконченные дела. Денечка, сядь, пожалуйста, и пристегнись. Солнышко, поехали. Мама тебя накормит сейчас. Садись, кушать поедем. Вот, и, короче говоря, поэтому задерживаемся, но билеты я уже купила, все, я уже в понедельник вечером выезжаю, девочки мои, навстречу приключениям. Так, сейчас заехали в МАК,
Ах, и там тоже у них большое, короче, от того, что у нас вот это вот все ограничений, много всяких разных, у них очень много заказов, очень длинная очередь там стоит. На МакАвто, да. Короче, сказали 20 минут ждать заказ, прикиньте, будете ждать. А я голодная, как сволочь. Я говорю, конечно, буду, а что делать? Короче, сидим, сейчас позвоню кому-нибудь, потрещу, с кем должна была поговорить. И нет времени, так что сейчас все будет. Смотрите, в Макдональдсе чай дают в каких вот таких вот квадратиках. Она мне дала, я говорю, что это такое? Она говорит, там пакетик чая. Прикольно. Вот 10 вот раз. Опа. 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 Одной рукой. И вот тебе пакетик. Фух, девочки. Вот так вот у меня все в голове. Короче говоря, на сегодня я сделала все, что должна была сделать за пределами дома. Сейчас, по-хорошему, время 7 часов. Мне надо пойти домой, помыть голову и снять для вас 4 видео. 4 видео, которые обязательно вот нужно снять. Ну, я не знаю, мне кажется, у меня не будет силы. Ну, хотя бы 2 надо снять. Но мне, честно говоря, не будет силы даже голову помыть. Мне кажется, я уже устала. Мне еще видео смонтировать надо. Так, не трогай мою красоту тут всякую. Набрала для видео. Не трогай. Короче, все, мы едем домой. Мне надо видео смонтировать. Очень важное. Люди ждут. Короче, работала сегодня. Я решила на ночь глядя порадовать себя роллами. Сейчас пойду малого уложу быстренько спать. Роллы будут ехать долго, видимо, выходной день, заказов много. И еще перед закрытием. Но я думаю, что они, честно говоря, они мне сказали, в течение 2 часов ждать. Да? Сейчас 10 часов, и типа ждите до 12. Я говорю, давайте, я согласна. Но почему-то мне кажется, что они должны быстрее, потому что все-таки вечер, быстрее отстреляться, да, заказы все раскидать и свободен. Все-таки раз заказ взяли, я думаю, быстрее привезут. Ну, короче, хочется в сериальчик включить, прям роллы поесть. И пофигу, что на ночь, на самом деле. Я так устаю, что я готова себя порадовать вкусняшкой, чтобы хоть немного расслабиться. Понятно, на ночь не очень хорошо все это дело есть, но что делать? Зато удовлетворенная спать лягу. Ничего, потом отработаю все. Вот и спрашивайте меня иногда, Селена, как твоя диета, тра-ля-ля. Ну вот, сейчас время 11 часов, вот они за час так и привезли, как я и планировала, не за 2. И вот, короче, и я смотрю на это все и говорю себе, кто много работает, тот ест. Я ем, я сейчас с удовольствием все это поем, оно все тепленькое. Вообще прям кайф, сейчас включу сериал и... Ай, кайфану как. Это вообще, кстати, мой стандартный набор. Это Филадельфия классическая. Мне она очень нравится. Она у них мягкая, классная, все вкусное. Это ролл... О, боже, как он называется? Румяный. Он мне нравится. Он там с маленькими креветочками внутри. По несколько штук вот здесь внутри есть. Это ролл Берри. Сладкий ролл. Он очень вкусный. Кстати, когда я его заказывала на свой день рождения, его многие оценили. Что нифига себе. Леносик Хэппи вообще говорит, я не понимаю, что такое роллы и сладкие. Я не представляю роллы и сладкие. Роллы ассоциируются всегда с чем-то. Рыба там, да, соленая должно быть. Но она попробовала, ей понравилось, ему же понравилось. Вот, ну и мой любимый мисо-суп, это вообще my love. Все, девочки, сделала себе романтичную обстановочку. Налила себе тут мохито, у меня прикольный вкусный напиток. В общем, приятного мне. И включила сериал. Сериал «Политик», который я сейчас смотрю. Всем доброе утро. Сделала доставочку с Пятерочки, потому что хотела сделать Дэни оладушки. Посмотрела, у меня закончились яйца. В общем, весь заказ я сделала из яиц. Вот в итоге какой заказик я сделала. Я взяла яйца, взяла сосисочки для детей. Ну, что останется, маме отвезу, чтобы не пропадали тут. Йогурты всякие взяла, я думаю, за 2 дня он должен все это дело съесть. Ну, может, что-то с собой в дорогу успеем взять. Ломтики тоже взяла немножко. Именно сегодня 2, завтра 2. Макарошки с сыром сделаем. Черри, помидорчики не стала там брать. Это взяла маленькие. Если что, их в дорогу тоже можно взять. И маленький хлебушек. У меня еще там это Кристинка привозила. Осталась рыбка. Тоже как-то поесть, короче. В общем, хочу я сделать оладушки на кефирчике. Вот. А потом макароны сварим с сосисками. Вроде сосиски вот такие ест, кстати. Он очень редко ест сосиски, но вот эти вот ест. В общем, Данька не захотела оладушки. Вкусно? Сказал, хочу сосиску с макаронами и сыром.
Водичка. Все, пока Денька здесь ест, я ем вот такие вот роллы, которые со вчера остались. Он такой не ест, он не любит вот это вот красное все, что там. Короче, он ко всему новому очень скептически относится. Поэтому я доедаю. Фух, мои хорошие. Сняла два видео, мы сегодня поздно проснулись с Денькой, конечно же, да. Но сейчас время уже начало 8, 20 минут 8. Сняла два видео, вот. И я думаю, наверное, оставшиеся два не буду снимать. Сниму их потом. И вот пока я снимаю этот влог, конечно же, комментарии там по поводу моего предыдущего влога, что Селена, что ты там говоришь, не говоришь, интриги, кого-то напрягают интриги, кто-то просто говорит, все равно куда ты и насколько едешь, главное, чтобы ты была счастлива, там и так далее. И, в общем-то, в комментариях я еще увидела, что мама там сказала у себя в видео, что я еду на 3 недели. В общем, да, интриги не получилось, я думала заинтриговать вас, чтобы вы подумали, что я переезжаю куда-то. Но нет, я не переезжаю, я еду в Беларусь, еду в гости. И просто, ну, такой на длительный срок мы будем и отдыхать, и по делам как бы едем все вместе. У нас там родственники, друзья живут. В общем, мы не едем куда-то в никуда, в какую-то неизвестность на самом деле. Да, все известно. Все известно, все понятно, в общем-то, да. И мы собираемся вернуться в начале сентября. Вот, в любом случае, потому что у Денечки в садике там будет комиссия, да, для перевода его в группу новую. Вот, и поэтому такие дела. Все подготовила, документы все подготовила, ничего никому не должна. Видео для вас подготовила, чтобы без меня, пока вы всю эту. Смотри, какой красивый. Да, это чехольчик тебе. Видео для вас подготовила, чтобы вам было что смотреть без меня. Конечно же, влоги, 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 влоги. Это я буду снимать все и монтировать для вас, так же, как и это и было. Я постараюсь не пропускать дни. И, ну, конечно же, мы едем в другую страну вообще. Как, что будет, как мы границу пересечем. Все это очень интересно будет, да. Там мы будем жить в квартире. Мы будем жить не в гостях, мы будем жить в квартире. Мы там сняли квартиру. Вот. Такая штука. Супер штука вообще. Вот, планируем отдохнуть, может быть, куда-то поехать на базу отдыха. В общем-то, ну, в общем, потусить, отдохнуть, да. Ну и параллельно поделать дела. Так что вот так, да. Интригу разоблачили. В следующий раз я буду более тщательно скрывать свои планы какие-то, чтобы даже всех родных потом удивить. Ага. И так далее. И, конечно же, Милочку свою никуда я не оставлю надолго, на совсем. Если бы я переезжала, я, конечно, бы ее забрала с собой. И на самом деле никогда на 100% ты не знаешь, как повернуться могут дела. Вполне себе могут повернуться так, что нам нужно будет остаться в Белоруссии. Но, правильно я говорю, там все время что-то Белоруссия, Белоруссия, и я, честно говоря, никак не могу запомнить. В Белоруссии, да? В Белоруссии. Остаться. Вот. Конечно, если мы там останемся, скорее всего, мы останемся в Минске, да. Но опять, это, скорее всего, не на постоянку, не на постоянное место жительства. Потому что понятное дело, что вся основная жизнь, она как бы здесь уже все упорядочено. Здесь и садик, и как бы дела, и все вот так на потоке. Но ничего не исключено. Вот просто мы поедем, и там от дел наших зависеть будет уже, как дальнейшая жизнь сложится. В любом случае, мы в начале сентября приедем на комиссию. Возможно, нужно будет потом уехать еще. Да, вот так хорошо, солнышко. Вот, поэтому как бы планы такие, что мы просто едем туда вот, вот так вот, да, отдохнуть. И параллельно сделать дела. Ну, а там посмотрим уже, как будет все. Вот так. Так что не печальтесь, оставайтесь со мной. Ну и, конечно же, если вдруг у меня не получится снимать влоги, там где-то вовремя и так далее, то первыми все узнают в Инстаграме. Так что обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, кто еще не подписан. Там, конечно, сторисы я буду снимать чаще, их проще снимать и быстрее. И, может быть, о каких-то новостях и переменах в моей жизни вы узнаете первые именно в Инстаграме. Так что добро пожаловать, кто еще не подписан в Инстаграм. Так, сейчас мы идем, закупаемся таблами, выкинула большую часть мусора из дома, вот, таблами какими, снупом надо два взять детских, а то закончился уже, промывашечку для носа взять, сейчас что-нибудь возьму на всякий случай от горла, ну знаете, когда там только начинает болеть, что-то такое,
Вот, ну сейчас в аптеке возьму. Это нам сегодня нужно носик промывать чуть, чтобы все закончилось. А у нас, оказывается, на районе две аптеки. Я не знала. В одну зашла, а у них ничего нет, все закончилось. Они поставку только ждут. Оказывается, еще одна аптека есть совсем рядом. Сейчас зайдем туда. Буду знать. Супер, пришли в аптеку, она две минуты назад закрылась. Блин. Так, ну как вы поняли, мы ничего не купили, потому что, блин, до третьей аптеки это вообще в другое место идти, над дорогой, что-то не кайф, темно, над дорогой вот это вот ходить. В общем, ладно, там чуть-чуть я вышкребу еще, если сегодня ночью понадобится. Завтра уже тогда куплю по дороге. А сейчас я планирую покрасить волосы. У меня там еще одна краска есть, вот той краской, которую я крашу, 1281, ее нету. Зато есть другая краска, и она такая не холодный оттенок, а вот как моя длина, по-моему, желтая. И, ну, мне не очень понравилась идея, может быть, кто-то видел, да, что у меня прям холодные корни, желтая длина, и что-то оно как-то быстро смывается, и, в общем, я решила, что... В общем, я немножко боюсь, но буду красить вот той краской 1289. Вот, посмотрим, что получится, как она мои корни сделает на 9%. В общем, отдельно сниму видео, прям буквально, наверное, после этого видео будет видео окрашивания, посмотрите. Свет. Ну что, мои хорошие, Денечку еле уложила. Завтра вставать в 7 утра, а сейчас уже начало 12-го. И у меня на самом деле еще много чего, я просто переживаю, я за сегодня не успела все это дело сделать, и завтра у меня не так много времени, я очень переживаю, я в общем уже придумываю, как мне с собой взять дела, потому что я целый день буду ехать в поезде. Да, кстати, мы поедем на поезде, поедем двумя поездами, доедем до Москвы, такая, алло. Доедем до Москвы и сразу же буквально через... Нет, не буквально, а через несколько часов, через 3 часа, по-моему, будет поезд в Беларусь. И мы уже доедем сразу до цели. Вот. Там нас встречают. И мы едем на квартиру, которую уже сняли. Вот. Такие дела. Ладно, мои родные, завтра я буду краситься. Мне нужно покраситься и еще смонтировать это видео. Хотя, в принципе, я могу смонтировать его в дороге. Это, наверное, уже не критично. Хотя бы снять. Хотя бы покраситься уже. Можно не снимать, только покраситься. Но корни просто жесткие отросли. Я надеюсь, что вот эта краска, которую я покрашусь, она прям идеально ляжет в длину мою. То, что нужно будет. Может, я перейду на нее. Посмотрим, короче, будет сюрпризом. Вообще будет очень смешно, очень и очень печально, если я не попаду в цвет, и будет опять какая-нибудь белиберда. Я не хочу вот это холодные корни и желтая длина, это вообще отстой. Я сколько смотрю, все время думаю, а, ужас какой. Ну ладно, все, выводится фильм у меня сейчас. Я сейчас выпью успокоительных, потому что на самом деле я очень переживаю. Я когда опаздываю, что-то не успеваю, куча ответственности в голове, я начинаю нервничать, у меня поднимается нерв, и я понимаю, что мне нужно выпить успокоительное, потому что я даже уже ничего не делаю, просто легла в кровать, и, казалось бы, все засыпаю. Не, у меня ту-ду-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, там какие-то мысли, то, все, страхи, опасения, а там, а что, а как, а это, а если это не успею, ага, а это, а если что-то забуду. Я уже не знаю, в какое время завтра маме Милку привезти. Мне кажется, я уже ее попрошу, чтобы она приехала, в конце концов, за Милой. Потому что просто ужас. Надо с собой еще еды взять. Потому что, ну, куча еды есть, надо сосисочки отварить, яички отварить, с собой взять, помидорчики там. Ну, короче, куча всякой еды, на самом деле, можно взять с собой. Я еще взяла билеты, представляете, мы будем ехать всю ночь, ну, ладно, ночью это нормально, я наверху люблю спать. И целый день до вечера мы будем ехать, а у нас верхняя полка. Объясняю, почему не взяла... низ, потому что низа не было, никаких подходящих поездов не было низа вообще, ни в плацкарте, ни в купе не было низа. Посмотрим, как будет, надеюсь, будут хорошие соседи, которые не будут нас прогонять снизу.
Все, весь забитый вообще этот поезд. Во всяком случае, по этим... Как их называют? По билетам. Я не знаю, я еще гляну завтра, может быть, если там что-нибудь освободилось, кто-нибудь сдал, я бы взяла тогда нижнюю полку, а эту сдала бы верхнюю. Но, к сожалению, сейчас ничего нет. Ладно, все. Прощаюсь с вами. Посмотрим, что я там наснимала. Смонтирую вам влог, какой есть. Потом следующая покраска, если все получится. Покраситься и снять. И смонтировать. Вот. Ну, а дальше уже это... Уже поезд, дорога и другая страна. Конечно, я беру вас с собой. Все буду снимать, показывать. Вот. Все, люблю вас, целую. Всем спокойной ночи. И до новых видео. Пока-пока.